Новым старшиной Гомельского областного комитета работников охраны здоровья обранная Надія Зіміна. И она отримала большинство голосов удельников 29-й справоздачно-выборной галиновой конференции. Специалисты проанализовали выники работы за последние 5 годов и окреслили приоритетные накерунки на перспективу. Подробности в материале наших корреспондентов. Справоздачна выборная конференция проходит один раз на 5 годов. За гэты час у галине многое изменилось, а тому представникам медицинских установ в области было что обмерковать. Почали бадай с самого актуального – заработной платы. За справоздачный период она выросла больше, как на полову. Причем значный уплыв на гэтую лишбу оказали позабюджетные сродки, которые накировывались на материальное стимулирование. Плюс реальная оборона правов працующих, что поуплывало на повелишение колькости членов профсоюза. Сегодня эта лишба складает 98,5% от огульной колькости работников медицинских установ региона. Постоянно идет защита прав трудящихся. Наши экономисты, юристы всегда работают и помогают сделать так, чтобы не доводились какие-то проблемные вопросы, которые возникают в работе учреждений медицинских, до судебного расследования. Позволяют достигнуть консенсуса в отношениях между нанимателем и работником. А это очень важно. Медицина галина вельми потребовальная до парадку и дисциплины. За справоздачный период головным техничным инспектором проведено больше как 50 проверок и 300 мониторингов. У вынику выявлено амаль 2800 порушений, а эксплуатация 125 одинок обсталявания была спынена. Особливая увага якостной диспансеризации и раннему выявлению профессийных захворваний. Плюс мотивация працующих вести здоровый лад життя. Нормы морального и материального стимулирования работников, которые занимаются физкультурой, сегодня предугледжены у 90%. Коллективных договоров. Максимально полное выполнение этих документов – увогуле приоритетный накерунок работы профсоюзных комитетов. Имидж системы здравоохранения, положение в обществе врача, медицинского работника и правовая защита. Правовая защита в рамках всесторонней защиты и на уровне взаимодействия с нанимателями и взаимодействия и отношений врач-пациент. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».